Мое убеждение, что все-таки страна развивается и развивается по-своему, она идет своим путем, нравится это кому-то или нет. Знаете, я оптимист, поэтому верю, что будущее в России какие-то вещи, безусловно, могут не устраивать, и воровство чиновников, и бюрократия, и безразличие, что самое страшное, мне кажется, что губит эту страну, это безразличные люди, которые на местах управляют своими маленькими подразделениями, которые настолько далеки от того, что происходит на самом деле, ну, что иногда просто, знаете, я с ними встречаюсь, становится страшно. Боже мой, они понимают, на каком мы свете или нет. Вот это хотелось бы, чтобы изменилось.